В Таиланде напали на россиянина. В Пхукете произошла перепалка между европейцами и тайскими таксистами. Водитель из России стал невольным участником массовой драки. По словам местных СМИ, байкеры остановились на улице. Таксисту не понравилось, как они припарковали мотоциклы. Видимо, речевой барьер не позволил решить вопрос иначе. В ход пошли кулаки. В результате пострадали четверо. Одного человека госпитализировали. Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии с серьезной черепно-мозговой травмой. Туристы замечают значительный рост агрессии со стороны тайцев после смерти короля.